Гостиной, собственно, да, мы решили, что надо открыть их можно больше дверей в гостином, и открыли ворота, засыпали их строительным мусором, чтобы не могли их закрыть. В это время приехали машины Беркута, и вот через эти открытые ворота зашел Беркут. Когда они проходили мимо, по рации был приказ выпускать только журналистов. И ну, мы были уверены, что речь идет о тех людях, которые прошли на второй этаж, вот свободовцы и другие активисты. Мы им позвонили по телефону и сказали, что за вами идут, то есть будьте внимательны. А оказалось, что Беркут идет не за теми людьми, которые на втором этаже. Его задача была заблокировать все входы в гостиный двор, и уже буквально через несколько минут они оттуда никого не выпускали. Там девушки, которые случайно оказались, их не выпускали, уже они не могли выйти из гостиного двора. Ну, не то, что не выпускали, по их головам шли. Не-не, это еще начало, я еще говорю про начало. А. Потом прошло какое-то время. И как бы обращаясь к журналистам, мы как бы начали говорить, смотрите, вот как бы нас уже не выпускают. Беркут стал защищать территорию, то есть разрезать гостиный двор пополам. И в этот момент они стали хватать всех, кто находится, как бы, ну, кто был вне групп. Сначала хватали мужчин, и ну, меня как бы схватили одним из первых, а потом уже, ну, как я знаю, уже хватали всех остальных людей. При этом не объясняли ни причину, как бы просто вот хватали всех людей, которые находились рядом.